рановато. Доброе утро. Тут сегодня мы тут семейный вон. Все здесь. Все в парке. Короче, что это у нас? Тир-парк. Иду в тир-парке. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь, почему. Громко разговаривают, да? Нет, что они кушают? Что попугай кушает? Огурец? Вот дают, смотри, разговаривают прям сильно. Судят что-то там про нас, чирик-чирик. Мы-то не понимаем ничего. Да, залазь. И вот, кстати, на табличках вот стоит, где живут, как звать, чем питаются. Фига себе, они могут до 6 яиц откладывать. Обалдеть. Ну, в основном, африканские, как попугайские. Да. Мы какие красавцы. Красавцы. Смотрите, какая красота. Здесь дети сказали для черепах. И вон черепаха, вон, кстати, одна ползет. Вон мы увидели. Ура! Вон она. Спряталась. Быстрее. Вон, залазит. Прямо на улице под открытым небом. Классно у них там туннель, да? Сейчас она оттуда уже должна выйти, правильно? Да, вон она идет. Вот он, черепаха. Смотри, черепашка-ниндзя пошла за пиццей, да? Кавабанга! Ну, чтобы они дерево не грызли, видишь, они четко здесь поставили на дерево, иначе бы она бы начала дерево грызть. Ну, витаминчики кушать. Смотри, она быстро двигается, да, для такой маленькой там? Смотри. Иди, иди. Смотри, как она быстро оттуда пришла. Бомб штамм. Смотри, обалдеть, я тоже сейчас. Ну она, видишь, на ногтях стоит. Смотри, смотрит на нас. Пас schon auf, ne? Guck, видишь, schluck auf, ganz kurz. Guck. И beobachtet uns, ne? Komm, gehen wir drin gucken, da sind auch welche. Иди, сейчас. Красиво, да, посмотри, какой. Красавчик. Это вот интересно, кстати, вот сейчас черепаха вот ползет. Это он или она? Такой вот денек. Значит, сегодня выходной. Много кто здесь. Семьи прям. Семьи. Бабушки, дедушки. Все подряд. Вот, мама, папа, внуки. И как... интересно, вот погода очень классная погода, так что и это, причем хотел сказать еще, что один маленький момент, этот парк, то есть тир-парк, мы уже были рядом в городе бесплатно абсолютно, в этом тир-парке, где мы сейчас находимся, стоит вход, деньги, ну и ухаживают за ним, смотрят все, у тебя здесь есть люди, которые ухаживают за всеми этими, да, и аттракционы, и качели, и все чистенько, лавочки тут, да, кормежка. За попугаями вообще уход нужен. Сидят тут разговаривают, вы сейчас слышите вот такой звук. Сейчас покажу раз. Блин, вообще. Представляете, дома такой будет долбеж. Смотри, работяги что делают. Смотри. Рядом один лежал, отдыхал, ладно.
прогнали. Вон закапочек тут, не? Как они роют? Запрятал, смотри, как глубоко. Обалдеть. Ее потом не найдешь там. Здорово. Что замолчали, до этого орали? Да, это бешено. И это мамаша видно по ней, да? Забор. Угу. Ja, alle, ne? Guck mal hier. Total cool. Der hat halbe Kopf gestrichen. Ist der da gerade matt blondiert. Oder ist das deine Spucke? Okay. Was machst du da? Der ist nicht was. Spucke oder matt? Spucke. Normal, oder? Und dann Pony ist der. Ослики. Pony. Mahlzeit. Здорово. Гёдер. Hallo. Der König von den Balik. Hallo.
таблички на лавочках всегда в парках Германии. Вот кто заплатил деньги, вот, то есть в этом случае это вот наш банк местный, как Сбербанк, только вот местный, да, этого города. Они заплатили денег, чтобы сделали эти лавочку. Круто. Там он приготавливает кушать для других зверей, вот эти вот, кто за ними смотрит. Круто. Вот здесь он на курочке лазит. Смотрите, красавчик. Петушок, гребешок. Вон его курочки на так. О, вот какая важная мадам, смотри. Какой-то необычная курочка какая-то. Я прям даже не знаю, как меня потянуло сегодня в этот парк. Прям его здесь так хорошо, прям больше сделали. Потому что мы здесь были лет 6 назад, он был в половину меньше. Только 1 евро на вход накинули на цену, но зато он стал намного больше, много сделали кусов, всякие вот эти вот закрыты, там еще достраивают, много сделали лавочек для семьи. Скоро будет проходить ручеек через весь парк, то есть ты будешь сидеть на лавочке, кушать обед, и у тебя будет ручеек, вода, вот это журчание, это просто вот. То есть реально все деньги, которые мы платим за билет, их инвестируют в развитие парка, и парк за 6 лет прям вот изменился в офигенную сторону. Так что, блин, интересно, когда лет через 5 приехать, посмотрим, как они все это все-таки доделают. Но сейчас вот здесь очень, очень много всего хорошего, я прям позитивно удивлен. Это вот редко, но метко. Вот он, Мадагаскар. Мадагаскар. Кто знает, вон он. Король джунглей. Они такие пухленькие здесь. Кинг Джулиан. Король, говорит, Джулиан. Вон он идет. Где мои орехи, говорит. Какие красавцы, а? Какие красавцы. Причем они вон, чистюли еще такие, чистоплотные. Ухаживают за собой, вон сидят. Вот сверху сидит вон, как этот самый вебкам сел сверху, за всеми наблюдает, блюдит. Thank you.
Was? Wo willst du denn hin? Da rein. Da gehen wir. Auf andere Seite musst du da. Links noch. Руки мыть пойдете. Nein. Карина? Die weiß nicht. Да. Schreck mich nicht so. Мари стоит уже сверху. Сейчас бодаться с тобой будет. Kann ich auch noch hochgehen? Ja. Парк сегодня мне перестает удивлять. Реально круто. Доработали, кстати, детскую площадку и еще кое-какие вещи. Сделали кафешку, добавили там прям вообще. Ну круто. Я первый раз, когда приехал, думаю, блин, парк стоит бабки, да? Но на самом деле, то, что заплатил за вход, ты здесь отдыхаешь. День можно проводить, потому что сделали детскую площадку. День пролетит вот так. То есть клево. Очень классно сделали. И все спокойно, нигде никаких давок нету. Вот здесь спокойно входит эта атмосфера, никакого напряга. Ты реально отдыхаешь, расслабляешься вместе с семьей, с детьми. Вот так вот. Вот так вот. Так что, кто смотрит меня из Германии, Тирпарк Херфорд, то у нас тут Норд-Рейн-Вестфален, Тирпарк Херфорд. Забегайте, будет скучно. Грызут конкретно. Пополнение к семье. Вот мать героиня. Вот так выглядит мать героиня, да?
так перекусили. Здесь опять черепашек хвата. Черепашки. А вот это кто такие? Не, вот это беленькие. Это макаки? Да ладно. Листовхин. Ё-моё. Сейчас покажем вам. Маленькие такие.